Сегодня же президенты Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана посетили гала-концерт «Вечер дружбы». Он состоялся в Государственном театре оперы и балета «Астана-Опера». Организовали его в честь участников 6-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии. В репертуаре песни и танцы тюркских народов. Вниманию зрителей была представлена композиция «Дивертисмент дружбы» в сопровождении ансамбля национальных музыкальных инструментов. Также гости ознакомились с выставкой «Эхо творчества», на которой были представлены работы известных казахстанских художников и мастеров изобразительного искусства.